Люберецкий совет депутатов внес изменения в генеральный план городского округа в части, касающейся планировки и застройки поселка Мирный. Внесение изменений в генплан предусматривает изменение функционального назначения трех земельных участков, входящих в границы поселка. Они переходят из общественно-производственной зоны застройки в общественно-бытовую. Заключения контрольных и надзорных органов получены. Общественное слушание проведено. По прогнозам, после завершения реализации проекта жилой фонд Мирного увеличится на 205 тысяч квадратных метров. Численность населения вырастет на 7,5 тысяч человек. Новый микрорайон будет обеспечен всеми объектами социальной инфраструктуры. Планируется создание 542 рабочих места. В ЖК «Томилино парк» предусматривается размещение отделения почтовой связи ориентировочно 120 квадратных метров. Кроме того, проектом предусмотрено строительство станции скорой помощи на 3 машиноместа. Поликлиники на 536 посещений в смену, школы в новой застройке на 1100 мест, детских садов также в новой застройке на 500 мест. Также депутаты рассмотрели вопросы внесения изменений в регламент Совета депутатов и в положение о порядке предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности, и утвердили порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории округа.